Добрый день, друзья! С вами Дмитрий Осипенко из Крыма. Сегодня второй в Крыму боевой расчет зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступает на боевое дежурство. Мы с вами находимся на полигоне и смотрим, как разворачивается военная техника. Итак, друзья, второй в Крыму зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство. Мы под надежной охраной. Крым наш.